Мама умерла, когда мне было 7. Погибла в аварии. Я видел это за 2 месяца до того. Какие люди, Джимми? Как жизнь? Потихоньку, как у всех. Я Джеймс. Анджела. У меня к тебе дело. Можешь снова проделать этот фокус у себя в голове? Найди способ, как мне безопасно передать бриллианты. Я видел свою смерть. Я предупреждал тебя. У меня не было выбора. Выбор всегда есть. Видения говорят иначе. Давно у тебя этот дар? Скорее проклятие. Ты говоришь так, будто это болезнь. Он говорил, что видел момент передачи. Представляешь, что у него в голове? Мало ли, что он видел. Здесь опасно. Уходим. Ты сказал, что все прошло гладко. Так и было. И в чем дело? Я не знаю. Надо сделать все, чтобы изменить это. Тебе нельзя здесь оставаться. Что происходит? Это фрагментация. Ты говорил, что это мой выбор. Все не так просто. Скоро ты все поймешь. Похоже, пришло время рассказать правду. Кольцо времени.